Доброго всем Седи, блин, говорю, ё-моё. Доброго всем денька, дамы и господа, с вами Синек, и сегодня я со своим другом в преддверии выхода Dying Light 2, который выйдет, я так понимаю, 27 декабря этого года, буду проходить Dying Light 1. В общем, решился я всё-таки поиграть в эту игру, и сейчас мы с ним, собственно, начинаем. Сейчас я подключаюсь к Дискорду, в Дискорд-канал, и мы начинаем прохождение. Так, сейчас прям пару секунд настроечки последние и погнали. Вот, как так. Так, пока вот так вот сделаем. Так, дайте мне игру. Пока послушайте музыку немножко. Так, надо подключиться к нему. Так, Илюх, я в игре уже. Молодец. Сейчас я, погоди, в туалет схожу. И начнём! Драть сильно выдержал! Нет, вот этого не надо лучше. Сейчас, погоди. Значит, вчера он меня тут, понимаешь, зазывал, блядь. Слушай-ка, Илюх, я знаешь, что хотел спросить? Это как вот... Тут стоит сразу музыку-то уменьшить, блядь. Что-то вообще она орёт, конечно. Нет, она красивая, конечно, и всё такое. Погоди, а куда тут видео? Вот так вот сделаем. Ай! Вот так вот сделаем сначала. Где музыка? Алло. Конфигурация. Это здорово, конечно. Все. Гаригаригада! Что это за звуки вообще? Илья, ты тут вообще? Здесь. Все отлично. Чё ты молчишь-то? Где там эта музыка, не знаешь? Игра. Настройки, игра. А, всё. Чё-то я торможу. Блять, у меня тоже очень громко, и сейчас я всё тут... Ну, речь я оставлю, наверное. Вот так вот. Поменьше накручу. А то уж совсем, конечно... Добрый вечер называется. Ещё, ещё меньше, ещё... Так, наверное, нормально, я думаю. А то я просто тебя не буду слышать. Ты меня как сейчас? Скажи что-нибудь, нормально слышишь вообще? Нормально, баня. Нормальненько. Не грязь. Сейчас момент. Писю в руки инструмент. Сейчас все, в толчок схожу и начну. Я создаю. Да что, ёпта ж. Нихуя, ёпта. И луку мешок. Так, ну чё, давай, значит, играть. Играть в компанию. Параметры сетевой игры. Два игрока. А, локальная сеть, правильно? А, только, слушай, только друзья можно поставить. Только друзья. А чё не локальная сеть? Такое ВАК. Игра, безопасная игра ВАК. Ладно, не буду ставить. Вторжение зомби, что оставляю? Ночью, короче. Частота вторжений каждая третья ночь стоит по умолчанию. Да. Можно поменять на четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую. Максимум 10. Что оставлять? Третью ночь. А? Каждую третью ночь. Каждую третью. Частота состязаний в совместное, чё? Ай, ладно, короче, нормально. Ставлю общий транспорт, включено. Участие в событии сообщества включено. Так, и чё? Вот я, значит, всё это сделал. И чё теперь?
Нажимай новая игра. Новая игра. Да. И как бы... Кстати, если что, сразу тебе говорю, если ты не против, я посмотрю все равно заставочки, послушаю, почитаю, ладно? Выбирай только Nightmare. Кошмар. Почему кошмар? Потому что... Ну давай, мне похуй так-то. Если что... И что, выбрать потом тебя, что ли, приглашу, или как? Да. Ну то есть все, я как бы создал тип игры «Только друзья», «Вторжение» там нормально стоит сейчас. Все, кошмар выбрать. Только для отчаянных игроков самой лучшей экипировкой. Зомби будет намного сложнее убить, выносливость не будет бесконечной, и каждое ваше особое действие будет ее расходовать. Может, хотя бы трудную поставим, нет? Нет. На Nightmare открываются дополнительные вкладки с прокачкой. На туре? Тогда Nightmare. Все, сейчас заставочку посмотрю и приглашу тебя. Заставка пошла. Data on the subject. Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE. With instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the virion's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Wait. Так. Сейчас его укусят сразу, что ли? Ты тут ли вообще? Да тут я. I told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs, then take him to rights. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Сразу главному герою по отчаянию, блядь. Минус один. Ну чё, повыёбывались? Fall back! Fall back! Ходим, ходим! Походу сейчас его укусит. Блять, мне тут бежать что ли сейчас? Вспотели нахуй. Открой дверь! Сучка! Они разобрали. Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No. Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Жестко. Жесткое начало вообще, пиздец. Может, дадите поиграть-то мне уже?
Загрузонька. Илюх, походу кончилась заставка. Escape нажимай, как только кончится. Может, все-таки поговорить там, я не знаю, что-то мне скажут, интересно-то, я хочу послушать. Ты меня пригласишь? Я приглашу, scared. Как только дадут побегать. Ты пинчем! Ты пинчем! Ты пинчем! Ты пинчем! Ты опять моргнул, а вдруг он зомби? Не трогайте меня, сволочи! Классный графиник, нормально. Я уже за жопу полапали. В смысле? За жопу меня уже полапали? Все, я уже бегать могу. Escape нажми. Тик. F. Чего? F. F? Ну, русскую А. Нажал, ничего не происходит. Игроков снизу. Тут нету как бы вообще такого пункта. Параметры списки лидеров, подсказки, параметры, элементы управления, игра. Ну, здорово, чё. Снизу две надписи есть. Нет никаких надписей здесь. Покажи экран. Да нету надписи, я тебе говорю. Экран покажи. Посмотреть профиль выживаемость, сила 1, что-то 1, видимость игры 1 игрок. Все. Посмотреть профиль. Так, пригласить Илья. Илья, где он у нас тут, ёшка-то? Почему пишет, что ты не в сети? Потому что я не в сети. Ты зайди, я тебе кину. Там и без этого можно кидать, на. Чего можно? О. Отправить сообщение, открыть профиль. Как там, блядь? Нет, здорово, конечно. Как пригласить в игру-то? И, блядь, экран задемонстрируешь, нет? Чего? Экран задемонстрируешь, нет? Блядь, надоел уже. Сейчас задемонстрирую. Сейчас все будет. На, смотри. Но. Видно? Ну что, скажи хоть что-нибудь. Ну, ты, видимо, игры сделал один игрок. Я там поставил просто для друзей. Ну, факт того, что сейчас стоит один игрок. И что ты предлагаешь? Параметры зайди, попробуй. В сети. Ну, выйди только друзья, видишь, стоит. Тип сетевая игра в сети. Выйди из комнаты, либо пройди обучение. А, вот мне тоже так кажется, скорее всего. Надо пройти обучение, и только потом можно приглашать. Наверное, я не знаю. Вот я об этом уже подумал с самого начала. Я где вообще тут нахожусь? Это что, блядь? Люди! Илья, я тут нихуя не вижу. Фонарик есть. На какое? Буква Т вроде бы. На Т? Да. Ага, писю. Так, открыть F. Открывай эту дверь. Походу, пока еще нельзя. Ты проспал 3 дня, и теперь детишек пугаешь. Where am I? In paradise, can't you see? Okay, enough joking around. Head to room 190. The boss will brief you. Короче, видимо, пока нельзя. Ask the boss. Нет, ну я поставил-то сетевую игру, да? Ну, попробуй теперь. Escape нажми. Нет, еще. Пока нет. Если там стоит только друзья, значит, друзья по-любому могут играть. Я куда-то не туда иду, что ли? Верно. Он даже бегать не может.
Ему прям плохо. А, ему вообще плохо. 31. Я shift зажимаю. Это твой номер, 31. А ты кто, блядь? Your number. You're the 31st infected. 31. Я 18. Здесь everything все посчитано. One fewer doses of antizin. One more new infected. Да ёпта. One more runner gone. Паркурщиком меньше. Да ладно, не бурчите, все нормально, блядь. Amir died because of this guy? Quiet. Fuck Quiet. Now he's gonna get Amir's anti-scene. We're just getting picked off one by one. Сюда мне что? And you are? Crane. Crane. 31. 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Да пошел ты. Он, кстати, похож на персонажа фильма этого. Хотел сказать, Ямакаси, не Ямакаси, а 13-й район. Чем, что-то есть в нем такое. Так что, встретимся с боссом в 190-й. Это где это? Этажом ниже, что ли? Выше? А, наверное, выше. Он даже бегать не может. Вот я... Shift, да, бег-то тут? Илюх? Да. Добрый вечер. Добрый день, точнее. Ну и что? Эй, босс. А, вот здесь что? Нет? А, он на этом, на веранде. Здорово. Чё, как, братуха? Hey, I'm looking for the... Are you the boss? Boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, I... You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your antizin was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine, take it. Ладно, возьми свою рацию. You know, runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. Da-da. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Raheem. Брекен's in charge here. Здесь управляет Брекен. Не, ну здорово, что теперь-то? Пробуждение. Все, и что? I'm not lazy, little shit. Поищите выжившего на 13-м. Мне дадут подключить людей, я не понимаю. What did the zombie say to you? Пацаны, мне на 13-й надо. А я на каком сейчас? Тебе выше. Выше? Да. Ну, что-то ты... Да как куда? Смотри по карте, ты мини-карту справа, блядь. Это 18, 19-й вообще получается. Так я смотрю, тут же непонятно все равно. Сразу-то. Здорово. Where do you think you're going? Может, 13th floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here. Да отвали ты нахрен, дай пройти. Надоели вы, блядь. Ой, мой. Видимо, во вступлении нельзя совместно играть. Наверное, до первого выхода в город, что ли, я не знаю. Эх, Jesus. How many people died here? Да, это жестко. Ну,
Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. There's one more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizen ASAP. Help! Help! Somebody! What the hell? What the hell? Так. Правила атаки. Number one. Нету фонарика, нету нихуя. О, у меня появились эти. Смотри. О, фонарик. А взять нельзя? На, падла! Это точно необходимо? Получено достижение. О, еще и выносливость. Да, жестко. Я кого-то убил. Что-то тут нашел. Нет, нихера я не нашел. Сейчас все будет. Давай, спасайся, братуха. I cut my arm, getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. Что? I came down to see him and. Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Да пошли за мной, Ленку-то. Ленуся! Позаботьтесь о Марке. Как о нем позаботиться? Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze! You've got to find some gauze. Марлю и спиртяшку. Combine them. That will stop the bleeding. Ладно, чувак. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. I'll be right back, братан, вообще в натуре. Вы выучили сборку предмета аптечка. Найдите спирты, марлю, блять, чтобы сделать аптечку. А здесь нет у него спиртяги-то. Опа. Опа. Опа, чирик. Я что-то видел. Изолента. Видал? Сразу так, сходу вообще. Фонарь-то можно взять? Нельзя. Люди, спирт нужен. Гвозди. Слушай, я все тут обшмонал. Холодильник, посмотри, не убегай из этой комнаты. Холодильник? Спасибо. Ой, я даже... Да тут хрен заметишь. О! Алкоголь. Так. И здесь же это? Марли нет, есть? Нет. В той комнате идем. В той квартире. Ой, нет, нет. В маленькой квартире. Так, здесь этот чувак, короче. Значит, нам туда. Опа. Опа. Гвозди. Для гвоздомета. Тук-тук-тук. Марля. Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. А здесь больше ничего нету. Ганшот. Опа. Будьте так любезны что-нибудь дать. У меня, естественно, что дали. Ладос. О! Жестяночек. По красоте. Я бегу, братуха. Так, и что теперь? Как ее тут смочить-то, бля? Ой! Что тут? Держи. Я нажми. Е, да. Эй, найди снизу аптечку. Это что? Это уже то, что мне доступно, судя по всему, что ли? Ну, это из-за твоих купленных дополнений. Ебать. Аптечка. Создать. Получено достижение подмастерья, драчи копай. Ну ладно, неплохо, неплохо. На.
Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here. Блять, долгое тут вступление, конечно. Я думал, как это быстрее было. Чё? Блять, фонарик был взять. Чё тебе надо, слышали? Я-то молодец, а ты говно собачье. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Да, поехали к Рахиму. К Рахитозу. Шкин-кошкин. Еще придрочиться тут к карте надо, чтобы все запомнить. Все, я уже бегать могу. Уже продвижение, я считаю. All right, taken care of. Piece of cake. What else you got for me? Piece of cake. Let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, please. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives, Rahim. Никакой взрывчатки, Рахимос. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Да все, все, переоденусь. Давай резче уже, я понял тебя. Переоденься в 194. У меня тут личный номер есть, между прочим. Дайте мне прикид. А! Тайник. Это ваш тайник, здесь вы можете переодеваться, также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ к новой одежде. Ни хрена себе. А что-то... А вот это можно уже взять? Давай. Ладно. Класс. Не, ну, я считаю, вот это надо брать. Или вот... Дон Дигидон. Вот это шикарно. Манекен для испытаний. Наряд психопат. Шериф. О-о-о. Экипировка ниндзя. Спешл агент. Урбан эксплорер. Так, что же я хочу? Давайте посмотрим. Да. Я хочу себе... Может, нет, я хочу шерифа для начала. Вот мне очень понравилось. Переодевание. Okay, Rahim, I'm ready. What и теперь я шериф! Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Так что иди-ка ты в зал. It's on the top floor. Just a couple flights up. Здорово. Так, хранилище, труба, аптечка. А никаких оружий-то и нету. Я думал, что-то еще дадут, а я просто шериф. Ну ладно, шерифом я не против быть. Ну чего? Можно пригласить-то, блядь? Как, чё? Нет, чё. Блядь. Играй. Типа водная часть идет сейчас. Да. Рахимос! Он на крыше. Можно закрывать. А здесь есть что-нибудь интересненькое? No, wait. Здорово, пацаны, есть что? На крышу.
Да я знаю, я просто смотрю, может, какие шмотки валяются там. Вообще все. Руфер! Ёпта. Смотри, какой костюм просто шикардой снимаешь. Рахим, I don't see you. Where are you? Рахимыч! Он тут что, краном орудует? Давай. Кнопка прыжка пробел поможет перемещаться вертикально, посмотреть на выступ и удерживать кнопку прыжка пробел, чтобы захватить за него действие. Доступно при ходьбе, беге, прыжках и падении. Яш, я паркурист. Да. Рахим, иди сюда. Да подожди, дай хоть гляну, может тут что валяется, а я тут пропуск, нет, ничего тут не валяется, естественно. Ой! 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 Что-то меня плюханит, малёсь. Да куда ты, ровно, ровно, держи. Здорово. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. Да знаю я. What do you mean learn how to run? Just do what I say, all right? Now. All right. Jump down to the very bottom. Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Уже не серьезно, Рахи. А он такой. Уху! Raheem! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! I was just fucking with you! Son of a bitch! What? Son of a bitch! Can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Да, дайте мне прыгнуть, хочу вообще. Давай! Holy shit! Holy shit! Мать твою! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Побежали. Рахимас! Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passages. Eaters will have a tough time following you. Иногда лучше ползти по узким туннелям, он сказал, серьезно. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably dead. Ёпта! For a noob. Блять, я уже забыл, как ты тут. All right, get up on that scaffold. And don't fall, because there sure as hell ain't no net. Лёх, тут просто ведь на... Ну ладно. Твою-то ж! Да ну хорош. Паркурист, мать его. That's my favorite. Cat grab and muscle up. You won't survive outside for 10 Если не освоишь, не протянешь и 10 минут. Паркурист. Ебать! Good job. Okay. Time for the real test. Get back to the crane. Make use of anything and everything while you run. Ну давай, ползи, дружище. Использую Рахимка. Он, по идее, должен как бы... Ох, ебать. Твою-то ж... Блять, это сложно. Окей, that's enough. You've got some serious natural talent, man. Either that, or you've done this before. You've done this before? Hardly. The closest I ever came to this was running track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it.
А что, сюда нельзя, что ли? Наоборот, тебе туда и надо. Так, толчкам заберемся. Люблю я. На кран. Ай! Пробел, пробел, давай, давай, давай. Ползунчика включи. Паркур! Еби его. А, теперь в обратную сторону надо. Твою! Я чуть не ёбнул. Something went wrong. Rahim, what just happened to me? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. Назад-то это куда? Прямо. Бля, ему прям явно хуёво, конечно. Давай, давай, давай. Братуха, давай. Мы почти у цели, он туда же может бегать, можно сказать. Шт-пок. А, уже не может. Вниз, что ли, мне? Mm-hmm. Сука. Рахимас! Где этот черт-то? А, вот он. Rahim, what the fuck was that? What the fuck? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera, though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Да. Так, а снаряжение в какой, не помнишь, тут комнатки-то? Там внизу, он тебе только что сказал. Да я понял, что он сказал, что тут типа... Беги. Выше. М? Выше. На этом этаже. Дайте снаряги-то, ёпта. Ну дайте, пацаны. Поехали. А, тут теперь зажимать надо. Ха! Прикольненько. Все так продумано. All right, they've given me an actual job, and nobody suspects I'm not who I say I am. So far, so good. Да. And once Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Все, давайте снаряжение, я пошел. Дело не в проворот вообще. Exist. Право. А, вот он. Oh, you're the new... Yeah, that's me. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. На тебе вот дубину, way, короче, этого... Word around the tower is you're just another man in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city, you bring me some supplies from the airdrop. Thanks. Also, if you're looking, might even find a woman. Keep you warm, man. Может, бабу найдешь себе? Че, сразу может отмычку сделать? А, она есть уже. Это уже я понял. Даже... Сто пудов. Хай. Чего говоришь? Я говорю, все бери. Это тебе на день выдаются такие. Это я типа. Как это? Дубину забыл. Чего забыл? Вену. Ты ж прикинь. Ножка стола. Как ты вызывал менюшку-то эту быструю? И. Нет. Ты какой имеешь в виду? Ржавый ключ, вот. Что это там? Там. Там. Да ладно, ладно. Ну все, я понял. Ножка стола. Вот хочу с ножкой стола побегать. А, здесь пока нельзя. Все на выход, я так понимаю. Получить укол антизина у доктора Заре. Ну вот сейчас я выхожу, как бы.
на улочку. Фонаря нету. Иди в жопень, блядь. Окей, new guy, be careful out there. We've lost too many. Полинка, полинка. Меня слепит. Все. Иди строго на юг, там увидишь. Crane, kid. All right, Crane. Just keep moving. Crane. There's no time to take in the sight. And try not to make too much noise. Sound attracts those fuckers. Да. Так, ладно, сейчас отойду, тут уже вон зомби сейчас будут ходить. Сначала сюда. Нахуй. Чего? Хуй там. А почему? Лава. Нет, ну хочешь сказать, что, блядь, я создал для друзей. Выйди, войди, посмотрим. Пригласить на трансляцию, запустить игру. Отправить сообщение, начать голосовой чат. Видел, да, сейчас менюшку-то, нет? Нет, я ее не вижу. У тебя здесь кнопка снизу должна быть. Выйди, войди. Вообще из игры имеешь в виду? Нет. Вот сейчас здесь нажми играть. Играть. Компания. Ну вот стоит. С параметры сетевой игры. Нажми. Ну. Определяет, можно ли другим. Принимается решение, кто может присоединиться к вашей игре. Только друзья, значит, могут. Ну, выходи отсюда. То есть все, я правильно сделал. Ну и чё? Enter. Поехали! Well, that quartermaster was a barrel of laughs. Веселый парень, это когда псих, теперь нужно добраться до доктора Зари. Надеюсь, он мне поможет, блядь. Да поможет, сделайте эту, как его. Клизму. Смотри. Нет, что значит, играй. Пока. Пробуждение, сюжет 0%, сила 1, выносливость 1. Я не знаю, какую там игра, я не знаю, как это делать. Ну, то есть... It's Crane, kid. Это Crane, bitch. Ход, зарабатывание достижения, feed pay, что-то там. Motherfucker! Здорово, петухи. Ага. Что-то их тут дохуя было. Помогите! Да спустись ты! Там на крышу надо лазить. Да знаю я. Вот здесь, наверное. Или не здесь. Есть! Yes. Вход в безопасную зону. Классный тесак. Ребят, я к доктору Заре. Доктор? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? Дайте вакцинки. No, no, suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here, sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So there's no cure? It's a variation of Конечно, нет, of а ты херли думал, There's no блядь. Cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible, definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes, I think so. Now, where did I put that injector? And who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio. Though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't?
Доктор, я хочу поиграть с человеком. Дайте мне поиграть-то уже! No reason to hold any antizen in reserve now. In any case... Ой, блядь. Давайте, это пропустите. А, можно. Ладно, посмотрел, ладно, все. Ну чё, может сейчас тебя можно подключить уже, нет? Илья, ты тут? Рахим, Zero checked me out and gave me another shot. Get that fucking shot. For a while, which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for... Пипец, стоит для друзей. Чё ещё надо-то? Чё мне сделать-то нужно? Сейчас появится скоро. Чего говоришь? Игра сейчас появится скоро. А, пройти пророк. Пройти пророк. Да всё, 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 всё. Давайте, куда тут? Как тут навыки-то? На И, по-моему, да? Ни хрена. Подсказка. У вас есть не используются очки навыки, чтобы... Дерево навыков. Окей, окей. Ну чё, спидранера долбанем, да? Дает вам вспомогательным предметом, чтобы повысить. Конечно. Чуть позже добавлю. Без проблем. Чтобы повысить уровень выживаемости задания. Чем выше ваш уровень, тем лучше снаряжение будут вам предлагать. Это здорово. Что это первое? Такой базовый комплект выживания. Вы знаете, как создавать основные предметы, необходимые. Да? Все, я понял. Спасибо. Все. Качёный. Как нахеру дрочёный. А? На карту посматривай. Смотрю я. Тут типа пишут, вот сюда зайди. Дай мне этот взрыв пакет-то. Ты подпиздишь сначала? Понимаю. А? Может, сначала тебе подпиздишь? Hey, Spike? Spike! I'm Crane. I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. Понятно. Alright, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear. The other kind is filled with antizen. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizen keep getting raided by Rise's thugs. Когда Тима кидает, слушай-ка, а чё тогда этого антизина им просто, ну, они не ищут его по этим, по посылкам? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be, if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. Всем жопа, я понял вообще. Antizen, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. They make a fine distraction if you get in trouble. Спасибо, спасибо за петарды. Давай вали отсюда. Подготовьте ловушку для миссии Брекера. Я знаю, 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 знаю. Все, понеслась. О, мародерство, ключ выживания. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы. Ты где-то сразу, я помню, находил тут машины, мусорные баки. Поможет вам найти добычу. Первая страница. Ищите на месте огромные запертые сундуки. Да это понятно, все ясно. Вот я хочу, например, сейчас шмонануть тачку. Есть там что-то? Сейчас найду я там в машине-то вообще. Еще 2-4 миссии, будет пророк пройден. Судя по всему, еще 2-4 миссии надо, я так понял, проходить, чтобы... Иди нахрен! Все, выносливости 0. Нормально. Мне нравится эта сложность, Илюх, вообще шикарно просто. Какая машина? Вот это? Блин. Подготовьте ловушку. Ой! I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runners tried to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Vefa and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it.
Мне нравится. По башке настучал, помогите попавшему в ловушку. Да, да. Давай, паркур. А как эта игра-то называлась? Помнишь, это старая, это Mirror's Edge, да, по-моему? Про паркур-то, Лёх? Да. Да? Да. Ты как-то сделай себя погромче, тебя слышно тихо. Крыши. Я тебя не слышу. Ну мне, короче, вот, вот зацепиться-то можно уже за эту хрень-то, нет? Нельзя? А, это провода. Ебать. Ох! Шабадабум. Здорово, ребят. Силовой кабель. Труп. Вот. Понятно, понятно. Давай, давай, Джонни. Три вольта, блядь. О, да тут есть какие-то ныки. Опа, пластик. Электроника. Просто, просто электроника, блядь. Шманявый. Блока тут нету какого-нибудь от них, нет? Да пошли вы, блядь. Крейн живучий. Крейн пиздец. Крейн живучий. Живучий еще какой просто. Тут нету холодильники. Во-во-во-во-во-во-во. Да-да, холодильник. Да, так. Халва! Хорош, пацаны. Мать твою. Я там, кстати, провафлил этот. Вот, вот эту машину можно было открыть. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Слушай-ка, как петарды-то использовать? На какую? Тебе с этими сражаться надо. Нет, я понял. Петарды на среднюю кнопку можешь. Я хочу... Пошел ты! Все, выносливость. А? Ногами пойду. Так а нельзя. Можно. Так это на какую? R попробуй. Не? А, да. Хорош, да, да. Я думал, это открывается. Сейчас. А, да, 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 спасибо. Так вот. На! На! Ну как? Норманда? Я знаю, что сейчас он там будет этот. Открывайте, open up, ФБР! О, man, I think it's too late for this guy. Оружие неисправно, удерживайте R для почти. Okay, it's done. It's Fuck. Done. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Господи, помогите. Куда там, чё? Куда ты нам пришёл? Бля. Я на карту смотри. Так смотрю, типа всё... А, наверх что-то? Да если наверх, то тебя покажут наверх. А, на этот мир. Же, да-да-да-да-да, переключатель этот сраный включил. Всё, всё, я вспомнил. Да. Безопасная зона разблокирована. А, чёрт. Ай, чёрт. Чего, чего? Almost. Just give me a second. Журнал базовых действий. Газовая труба, доска с гвоздями. Здорово. Мне нравится. А? Просто хранишь, можешь и... Круто. Опа!
Так, у меня получается вот на это... А, вот так вот. Тихо. Тихо, хорош. О, тут есть какая-то ныка здоровская. Сейчас сначала все обрыщем. Тут нет ничего, нет, да, нет. Шконочки, плейбой, журнальчики, все. Добра. Чего? Чтобы взломать замок, двигайте булавку при помощи... Поворачивайте отвертку, используя... А так вы проверите защелку. Не прилагайте усилия, может сломаться, чтобы продолжить. То есть мышкой... Ага. Ты слышишь? Я сделал это. Кофе. Гвозди. Ну, газовая труба-то она по-любому лучше, да? Я так понимаю, мне в самый низ. Я на самый верх пойду. Я хочу еще здесь обрыскать. Ра! Нормально. Повышение уровня силы, мать его. Фонарик-то могли бы и дать уже. Ребят, не надо вот так делать. Сейчас тут по всей улице пьет. Да я так их подпугнуть только. На том залазь. Понял. Опять взлом. У меня одна отмычка просто всего. Ход зарабатывания достижения сезама, откройся. Простая труба, кофе. Ну нормально, я чувствую себя уже это таким, знаешь, этим прокачанным, блядь. На верх посмотри. Твою. Алло. Полиция. Я тут в городе с зомби. Ты? Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. На те фонарик. Thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Да. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. Ooh. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. Как там петардить-то? Центральная кнопка мыши. Да? Сейчас мы их... Сначала, короче, толпу туда. Толпу сюда. Не, так не работает. Ребят, блядь, съебитесь в одну сторону куда-нибудь. Сожру.
Да валите, валите давайте, ёпта. Ну, это надолго, короче. Сука! Есть! А где... А вторая вот здесь, что ли? Ребят, ребят, она там! Давай, уже, блядь. All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trap's still spot, and I shouldn't have to tell you. Don't get caught out in the open. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Эх, ты достал. Okay. Круто. Ты бы смог, Илюх, без петард пройти вообще это место? Yeah. Да? Yeah. Мне типа вот сюда, что ли, в район красных фонарей? Смотри, еще нельзя добавить. Nope. Твою-то ж! Дом. Да, сука. Цепляйся ты за этот дом-то сраный. Ты че, слышали, курва? На гараж залезь. Попутала, что ли? На гараж. Ладно, блядь. Ага. Задолбали нахрен. Мне как-то можно хильнуться-то? Эйч. Very much. Так, мне надо вот как-то аккуратно. What a contraption you got here. Three times brighter than an ordinary street lamp. Keeps the infected quite sober. Нравится? Падла. А, ну конечно. Фига себе, прикинь. Я просто мастер взлома себя чувствую прям. Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Отлично, отлично упало. Так, и чё тут? Хигвольтаж. Так, одну минуточку. Сейчас, или... Попробовать, что ли, посмотреть? Так. После этого, как его... стрима. Мы сейчас тут вдвоем будем проходить, играть после стрима добавлю без проблем вообще. Оу! Чего? Чё-то не получается. Я думал, может уже можно. Чё, мне дальше что ли проходить? Это как его? Короче, ладно, я понял. Активируйте сетап. Тем, как хотите пригласить своего товарища и включить присоединиться, вам не обязательно, обязательно пройти задание аварийное обесточивание. Аварийное без... Всё понятно. Аварийное обесточивание. Ты сейчас, когда вот эти два столба включишь, ага, как раз приезжает в аварийное обесточивание. Блин, должна вообще-то работать. А, вот там у тебя как раз квест. И у нас завершить сначала аварийное обесточивание. Ну вот это он и есть, аварийные источники. Вот я уже... Ну, ёпла! О-о-о, смотри, смотри, что тут я нашел. О! Халва! Отмычка. Здорово! Да знаю я, что у меня слов. Как вообще выкинуть-то? Вот так вот. Чего? Чего ты выкинуть хочешь?
Оружие сломанное. Чем его кидывать? Так а нахрена оно мне? Разобрать можно, если не нужно оно тебе. Да. Чего можно его? Разобрать. Ну, сейчас разберемся, как разбирать. Так, сюда. А, тут этот завод, где ты тогда забирался по этим. На них можешь забираться, да? Не на них, а напротив них столбы есть. Это не он. Вот. Вот он. На этот с крыши прыгаешь, а не тот. Слева. Вот. На столб сначала забираешься, потом на столб прыгаешь. Вот на этот, судя по всему. Нет, на деревянный забирайся. Вот ты ж! Из него на второй. Значит, починим. Тебя прям прыгать вот так, что ли? Ну, я прыгал на ту железку. Вау! Ни хрена, вот это мне нравится прямо. А, тут вот еще какая-то. Ну ладно, хрен с. На какую железку-то? Вот, Так бы и сказал. Нет! Твою-то ж! Такой не залази. Стой. Все, прыгай. Жми. Ой. Омай гад. Там этот чувак уже, мне кажется, заждался. Ты теперь на эту хуйню железную и на крышу залази с нее. Я... Да по ней залезть можно, как по лестнице. Я понял. Ну я хочу с... А, так... А хотя получится, сука. Да он летает очень высоко. Вот отсюда ж... А на заводе есть что-нибудь путного вообще? Ты не обыскивал его, нет? Обыскивал. Обыскивал? Это что, пишет для... Один раз. Все. Блять. Забор. Потом на крышу теперь. Думаешь, получится сразу? Ну да. Ты вперед, не жми, а прыгай просто на меч. Да прыгаю я. Че я по твоему. Вверх, смотри, прыгай. Прыгай. Да, почти получилось. Ладно, блядь, давай с этой железной хуйни. Ладно. Ой, бля. Я у мамы Ямакаси, короче. А он по этим-то тоже. А, да, он лазит, в принципе. Вот он как по лестнице лазит. Я понял. Давай, бля. Я один раз и нажимал. Надо кнопку-то держать все равно, пока прыгаешь-то. Ну давай, поднимайся ты. Ибрагим. Направо. Можно я гляну, что здесь? Фига ты говоришь, направо. Тут всякий, может тут какой-то легендарный предмет лежит, меня дожидается. Металлические детали, силовой кабель. Ты посмотри. Это золотая жила просто, ебать ее. Гвозди, блядь. Еще что, кофе. И зомби, наверное, есть. Да ёб... Сука, сейчас сломаю. Хотя у меня их две. Сезам, откройся. Это достижение, между прочим. Ага, инвентарь заполнен. Открой инвентарь. Я хочу вот выбросить, например, или как разобрать-то, собрать, разобрать за ответ. Да еб. Трубный ключ. А, все, он уже стал. О, да. Да. А че его нет в инвентаре, блядь? А, я его и не могу. Я его одеть-то не могу. Батарейки. И все, здесь больше ничего нет или есть еще что-нибудь?
Все, шмоня. Познакомимся, девушка. Девушка, дайте свой номер телефона мне. Эх, ёпта, это что было? Ты что, охуел, что ли, блядь? Тихо. Аккуратно. Не подходи ко мне. Это что было такое? Ладно, все. Я познакомился, мне достаточно. Куда тут надо-то, блядь? На вагон, блядь. Активируйте световые ловушки. Я уж думал, я все сделал давным-давно. Все, что ты ему включи, блядь. Ой. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. All right, listen. There's a power substation near. Сейчас будем онлайн играть. Девушки не хотят со мной знакомиться просто. Так, что, найдите силовое распределительное щит и устраните проблему. Хватит пялиться на базу, блин. Я слушаю, что говорит этот чувак. Вот сюда мне, да? Блядь! Хуя он сам себя повесил? Да иди уже, блядь. Ты видел, да? Привет. Какой-то неразговорчивый. Сдох, видимо. Его там за кишочки, теребоньки можно заговорить. За сисечки. Залази через забор. И не вздумай с этим долбоёбом сражаться. А чё с ним не сражаться-то, блядь? Почему? Потому что без этого можешь пройти этот месяц. Нет, я понимаю. Инвентарь, да пошли вы, блядь. Я сейчас еще шмонану тут, трупачье. Деньги-то тоже надо, ну на что-то жить-то надо. Так, ладно. Тебе лампочки подсветят. Мигающие. О! Твою! Ну не ломай мне отмычки-то. Мудила! Блять, это так сложно. Ой, блядь, заебал. Ну и чё? Во-первых, все, что справа у тебя, где используется оружие, блядь, сверху. Но... Можешь что-то убрать, если хочешь. Так я хочу забрать. Ну, нажимай Z. Z, да, блядь. Ниже стрелка, и спускайся. Да не, нахуй курсор управляй, здесь стрелка. Ну, нормально. Теперь слева. Все? Чего слева? Том. А я хочу себе вот сделать сейчас отмычечку. Чертежи. Чертежи. Да, да. Блять, сколько тут всего? Сюрикен? Да, да, создать. Давай, 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 собирай меня. Я хочу открыть на. Поехали. Ты что ж за свинья-то такая? Скажи, что я не так делаю, я не понимаю. Правее, блядь. Наконец-то! Там тебя ждет, я молот и горяч. Чего? И ждет тебя кофе нахуй трупа. Нормально, блядь. А чё этого-то не отпиздить? Ну, я, конечно, понимаю, что сложно, но в принципе-то... Вон, бегай, куда? Сзади тебя.
Сань, вот, слева, блядь, бегает на лампочки, светит. Можно же его взорвать, в принципе. Тебе надо сзади него в комнату пройти и проползти в эту маленькую. Пошел ты! Девушка, мы с вами не знакомы, что вы так на меня набрасывались, блядь. На первом свидании, так я хочу его замочить. Надо, чтобы он по этим ебал, да? Хорош ты! Лево. Вон, присядь и проползи. Сука, да сядь ты, мать твою! Он за мной же бежит. Ты только что подошел к тому, что надо выключить. Сейчас все будет. Да тут свет включится, когда ты ее нажмешь. Вот она, бегай. Курс. Сломал все щиты, все расхерачивал. All right, I've got the substation reset. But if you grip short once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Просто зайди в безопасную зону. Слушай-ка. Вот она. Иди. Ну, конечно. С первого раза. Батя знает. Кофеёк. Ещё какая-то херня. Взял его за лицо, потрогал, блядь. За лицо, там да? На столе. Знаешь, лицо не жопа. Электро. Опа. И нажми. Электротрубка. Смотри, слева нажми и перемещай её вправо. Вот это что ли? Нет, сначала нажимаешь на простой трубе, и потом нажимаешь в то место, куда ты хочешь её. Нажал. Блять, ну не курсором пользуйся, пожалуйста, блять, стрелками, ебать. Блять. Вот выбери простую трубу. Нажми на ней Enter. Ты про это. Ты бы сказал, что нажать надо. Так а нахрена я поменял шил на мыло-то? Зеленую выстави, блять, там что-нибудь. А, ты типа думаешь, это водяная труба. Вот это давай. У тебя 4 трубы сейчас с тобой. Ты их сейчас переключаешь. Я в курсе. Блядь, я знаю. Так, где синяя? Да ты ее снял, блядь, только что. Используется это справа. Рюкзак слева. Все понял. Так получается, у меня и висели все предметы, в принципе, это как его. Все уникальные были здесь. Нахрен ты мне сказал перемещать. Еще одну там шмотку белую тоже забери. Где? И нажми. Право, видишь, не показывает труба хуёвая. Вот это что ли? Замени ее на что-нибудь зеленое, а все белое разбери. А вот теперь слева сверху разбирай. Ну и эти тоже. О. Все. Теперь у меня 6 пачек кофе, я могу не спать всю ночь нахуй. Как ХП отхилить? Эйч. Нет, у меня нету аптечек уже больше. Крафти ее. Вот я тоже так подумал. Чертежи, да? Да. Электротрубку могу сделать. Делай там не все, а все, что можешь скрафтить. Там нажми все, фильтр. Чертежи, все. Либо F нажимай. Вот, доступно, все, оставь так. Создать все? Не-не-не-не. А че? Вон аптечку выбери. Аптека. Только одну могу создать. Их 3 аптечки изготавливают, вроде. Давай, нет, аптечки. Может, ночной клуб сделать или поцелуй? Вот этот вот. Да, я хочу вот это. Хотя это зеленая, как бы, 3 труба. Да ладно, нахрен. У меня это синий вот, синий разводной ключ есть. Я могу из него электро сделать. Не стоит тратить? Или какая разница, да? А, чертежи. Электротрубка. Как ее, блядь? А, мне не хватает бечевки. Блядь. Зайди туда, F нажми. Ну и чё? Чертежи F.
Вон ты можешь сказать, свой заключок. А ну надо мне, скажи мне, я не хочу. Я хочу с обычным разводным ключом. Вот электро я бы сделал. Я понял, что я могу это. Достань тоже синий ключ, только с другими качествами. Девушка, знакомься. Сейчас все будет. А, я не могу пинаться, да? Ну ладно. Заебали, блядь. Иди ты нахуй. Ёбывает. Ну его так-то надо бы убить, конечно. Ты получишь у него 126, блядь, баксов. Все. Да я только одну фишку попробую и ухожу. Где он? Сейчас. Прыгнуть в ударе ты не сможешь. Ударил! Ладно, хрен с ним. Давай, надо быстрее уже этот онлайн подключать. Долго тут. Не хочу канителиться. Ну я разбирался, надо разобраться же, как все это тут делается. Тут хоть хуй глаз выколи. Добрый вечер. С вами радио Маяк. Я знаю, что там что-то было. Опа. Чертеж. Понял, да? Ну, блядь, обыщи ты сумку-то ебучую эту. Все, спасибо, ради 9 баксов. О, горящие люди. А хотя нет, не кто-то. Тут нет ничего. Есть. О! Электротруборез. Могу сделать. Тут в этих хреновинах по 100 баксов вообще-то валяется, между прочим. Здравствуйте, друзья. Это я неудачно зашел. Бля, что происходит-то вообще? Нет, ну, так... Это платинум? Платинум Эдишн. Все, вход в безопасную зону. О, щит! О май гад, это охотник! Что же будет? Freaking weird zombies. Может, дашь мне хотя бы, я не знаю, там двух стволов. Ass, as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Безопасная зона. Ложись спать, я сейчас к тебе присоединюсь. Сейчас я еще А здесь можно переодеться с этого сундука-то? Да. Да проснулся, я проснулся. Надо поговорить, братан. Окей, give me a sec. Дай мне хотя бы умыться. Доктор Спайк, совместный режим... Ах, даже тут пишут это! Тут даже... Вы завершили пролог, и теперь доступен совместный режим игры. Нажмите Escape, чтобы зайти во внутреннее меню, где можно найти других игроков, сыграть вместе с ними, попробовать сражаться с зомби вместе с друзьями. Это совершенно новое ощущение. Командный SPT. Таня. Хуй тебе. Чего? Надо еще квест сделать. Какой квест? Че, нельзя, хочешь сказать, что? Нет, еще пока. У тебя кнопка там появится снизу. Позвать игрока. На туре, что ли? А, да, заканчивай. У тебя квест еще длится. Да ёб. Поговорить со Спайком надо, что ли? Сейчас я, погоди, переоденусь. Нормальную одежду, блядь. Вот ухожу, какую пойми кто. Так. Вот, мне нравится. Вот. Вот оно.
Ван Бьорн. Вот оно! Я чувствую новое ощущение от игры уже. Почему на себя посмотреть? Это замечательно. Это просто... Как ему в доспехах-то не тяжело, мне интересно. Пошли вы нахуй. Пошла! Чувствуешь? Чувствуешь мою мощь? Опа! Смотри. Нажимай F. У-ху-ху-ху! Ща-ща-ща-ща-ща. Ну, добро пожаловать, наконец-то, не прошло, я не знаю. Так, погоди-ка, я этот, демонстрацию эту отключу. Которую тебе демонстрирую сейчас, зачем? Комп-то лишний раз нагружать. Ну, чё ты зашёл? Подожди. Так, это как его... Зеро, на следующий, короче, этот, на следующий стрим давай вместе, мы сейчас, это как его, вдвоем побегаем, я разберусь во всем, а там я тебя приглашу уже, уже побегаем, короче, это как его, втроем, окей? Ну что, ты зашел? А, зашел. И где ты? А? Я тебя уже сзади за попоньку трогаю. Не трогай меня за жопу. Ну как я выгляжу, нормально? Ну, как воин, блядь. Как воин. Смотри, ты, это... Ладно, короче, поговорите со Спайком. Все, надоел. Давай убьем того этого говнюка. Отомстим ему. Который это... Ждет меня там у безопасного этого входа, я не знаю. Привет! Где мой ключ? Ну и чё, ты типа меня ждёшь? А, ты прям с этой перепрыгнул, что ли? Не, воину-то тяжелее, у него доспехи как бы, понимаешь? Эй, Спайк. Эй, keep a distance from Rise's men. They just as soon shoot you. И чего? А, с этим, ё-моё, с охранником стою, разговариваю. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap, which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Thank you very much. Так, и чё, и всё, что ли? А чё, я с ним, типа, торговаться могу? А, погоди, он мне тоже даёт предметы, что ли? Да. Да ладно. Да. А ты чё у него не забирал раньше тогда? You seem a little bit under the weather. Доложите ВГМ о встрече с лидером башни, хуяшня. А, мне на эту... Не, мне не на эту, ёп, мне вообще туда. Иди на... Фига он тут мансует.
Мансуля. Да прыгни ты! Куча твоя! Толстая. О, смотри, 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 получилось. Ход зарабатывания достижения, ты в жопе, братан. Я что-то нашел, короче. Гвозди тут какой-то. А почему я не могу двигаться? I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Так. Это подписчик. Пищик, пищик. Так, и чего? Куда дальше? Сюда, что ли? Где мой разводной ключ? Ой! Ты что делаешь? Ну чё, куда рвём-то? Слушай-ка, у нас с тобой тут сейчас микрофон не включен случайно в игре в самой? У тебя вроде включен. А как отключить? Параметры отвернем где-нибудь. А у тебя не включен, хочешь сказать? Гамма, поле зрения, постобработка, громкость речи. И чё? Вкладку в сети зайди, посмотри, голосовой чат включен, включен. Ну, вот, наверное, да. Голосовой чат включен. Вот баб. Чё, ща норма? Ща должно быть нормально. Ну ты меня слышишь, всё так же нормально? Да. Дом, заходи куда-то. Здрасте. А ты чё, своим продолжаешь играть персонажем, что ли? А? Нет. Нет, новый. Убито вами договориться с башней Брэйкена. Здорово. Отдай мне всё. Марля, отмычка. Отмычек ты, я бы... Ну, чё там в магазине? А где магазин? Я за тобой бегу. Французский ключ! Разрыватель ебальников. Плюс 200 к атаке. Крикетная бита. А это что такое? Вот 5 вот эти штучки. Это что вообще? Какие? Ну типа смотри, тут за деньги продаются. И вот, например, крикетная бита, чё-то, чего-то 5, короче. Кроется, когда получишь выносливость. Сейчас хуйню не жми, это дополнение. Yes. Может продать что-нибудь? Газовая труба, например, продать. А, еще одна газовая труба. Сигареты продавать ведь надо, они не нужны. Кофе, сигареты, да? Есть кнопка специальная снизу, продать все эти. Продать все цены. А, да, вижу. На F просто нажимаешь сюда. Ну все, слушай-ка. 932 бача. Так вот только аппарат игровой не трогай. Какой игровой аппарат? В соседней комнате потом. А что с ним? Это дополнение запустится. А где он хоть, чтобы знать-то? Вон. Фига себе. Че это такое? Ладно. Так, ладно, что у нас? Договоритесь в башне с брекипэкетом. Брекетуре. А, ты уже без меня типа зашел? Нормально. Брекен's mission failed. Ты пропустил, что ли? Нет. Нет? А то что-то как бы... А, это загрузка была, все нормально. Good job out there, 31. Молодец, 31, I mean, Crane, ну right? Что? Крейн-то есть, чё у меня? Убит. А у меня что-то миссии никакой сейчас это на карте не... Ну, ну понятно, что надо с этим идти разговаривать. Ожидание других игроков. Крейн. Крейн. Listen, Брекен and a team of runners went out. Слушай, ты мне понравился очень. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Козлы, а. Now Брекен wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up. Да, конечно, поддержу, блять, вопросов ноль вообще. You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Брекен? Лина?
Maybe you can get through to him. Меня зовут майор Пейн. Джейд, who's your friend? Кайл Крейн. Сделай еще тише, Люк, у тебя двоит. We can figure out another way without jeopardizing you. Сейчас пропустим ролик. I'll go. Слушай, может, может все-таки пользоваться внутриигровым этим? Чатом-то. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, well, maybe one more try before we go to Rice. Yeah. Okay, fine. Good luck, Crane. Удачи, Крейн. Ты в полной жопе, братан. Ты только что подписался на полную задницу. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. За жопку можно я тебя ущипну? Маленечко прям. Врач такая с сигаретой стоит. Здоровый образ жизни. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any lower tracks. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up... Да, понятно. Два года назад она умерла, но Ghazi продолжал приходить вообще... He likes his routine, and Ghazi can be very... You think he's been stockpiling all this time? Складировал лекарства, Ghazi живет... And don't mention his mother's death. Я прикрою, получено достижение, видимо, совместная игра. День матери, 3500 награды, сложность нормально. Удерживайте Т, чтобы отслеживать. Че, брать это задание-то? Ага. И че? Я нажал Т. А у меня... А? Зайди в инвентарь еще раз. Выбери задание. Задание. Воздушный груз, день матери. А, тут еще сюжетно, это побочно. Давай сделаем побочно. Найдите дом Ghazi, отслеживайте, естественно. Так, может попробуем внутриигровым чатом-то попользоваться? Я уменьшил громкость просто и все. Чего? Я громкость уменьшил. Ну ладно. Сейчас проверим. Так, что, идем выполнять эту миссию, да? Другие игроки ждут вас. Продолжение игры невозможно, пока вы не с ними. Удерживайте Б для быстрого перехода. Прикольно. Подойди сюда. А, вот Б сжимаешь. Хопа. Подойди сюда. Я к тебе переместиться должен был. Really. Вот я около тебя. Sure. Это доп-миссия какая-то, что ли? Да тут вон знаки восклицания везде вообще. Hey, do you have spare keys for 202? У тебя нет запасных ключей, в чем дело? What's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. Чё-то какая-то мини-миссия, да? Угу. Где? Куда надо? Чё отслеживать-то? На этаж, на выше. Ну пойдем, выполним сразу. Если можно быстро выполнить, что не выполнить. Мужики, постранись. Look. I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, it seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about the place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Ни хрена себе. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Фига себе, а где пушку найти? Стрелок будем выполнять? Пока нет. Нет? Ну, мы не найдем сейчас пистолет. Ну, понятно. Hey, could you check on Bahir in 202 and see if he's around? Bahir в 202 комнате. Пойдем.
Ему нужно что-то сказать. What's going on here? Байер locked himself in the room. We could hear him screaming. Ему плохо. You hear that? Спокойной ночи, Бахир. Делаем? Да. Все, отслеживаю. Открывай дверь. Бахир! Фига у меня броня вообще четкая. Бам! Тут взламывать надо. Открыл. Бахир! Бахир! Help me! Бахир, ты где, братан? Вот он. Бахир, что случилось? Это что? Tell me what's wrong. I can't move. Могу двигаться. Feels like it's going to explode. Are you turning? No, no. I took Antizin and the pain started. The vial is on the floor. Что это с ним такое? Выяснить, что случилось с Бахиром. Заберите поддельный антизин. What you took is junk. Какая-то дрянь. Ты уже взял его. It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't. I promised. This guy is very useful. Да что? He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin. People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No, God no. Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Oh, please, hurry! Пойдем. Отнесите поддельный антизин Лене. What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Доктор, ему нужен доктор. А еще ниже. Не сюда, что ли? Ты где? Куда ты убежал? Ниже. О, я могу уже... Погоди-ка. А, это назад смотреть. Нормально. Доктор! You better have a look at this. Доктор! Помогите! The lot number's wrong. Is this a fake? Это подделка. Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Кому-то стало плохо. Get down to 21 now. Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. Вот козлина, I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Не бей его. Just talk to him. Ну так только по сраке можешь отвесить, так маленько. Ну что, с Юсуфом поговорим? Да, на самую крышу. А тут вообще в эту игру сколько максимум человек может играть, мне интересно? 4. Сколько? Вроде 4. Хрена себе, да ладно, тут четвером можно бомбиться. Нет. Вон Юсуф-то. Нет? Нет. А это этот, бля. Дай, я подойду первый. Дай. Вот он. Что-то я его просрал. Какой-то бомж. Юсуф? Юсуф? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for Antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. So I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Что ты продал Бахиру? Bahir, you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good? I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Все, короче, прищучили к стене, он понимает, что он не прав. Наведайтесь в аптеку. Сейчас зайдем. Давай. Тут же вроде быстро на Б, нет? К игроку-то. Ладно. Момент я пропустил, хотя нет, не пропустил. Ну что, в аптеку? Угу. Ой.
Тик-тик-тик. Антизин. Антизинчик. Чё, понеслась? Опа. Здорово. Карлс. Деля Монтана. Да пошёл ты. Понеслась. Где моя синяя? Короче, сейчас будем раздавать пиздюлей аптекарю, я так понимаю. Смачных таких. Лина. Крейн, это Лена. Go ahead. Я слушаю. Брекен в ярости. Yeah, I'll bet. How's Bahir? He's stable. Жить будет все в порядке. Надеюсь, звук сейчас не двоится. Alright, understood. Understood. Нет, я все равно тебя чуть-чуть слышу. Так. Найдите больше всего добыть. Удерживайте А, чтобы создать состязание. Чё? Нам сейчас не нужно состязание. Это выживший, что ли? Нет, не выжил. Там надо создание включать, это дополнительный бонус. Ну нам сейчас не до этого, ладно. Нужно. В смысле, во время задания просто надо найти больше. Повышение уровня, у меня еще один левак. Дай мне тоже-то это, пошмонать-то это. Не будь единоличником, тут сигареты валяются. А, я могу тех же трупов шмонать? Да хорош! Есть. Насандалил. А вот и аптека. О, тут какой-то мужик. Смотри, что с ним? Его убить надо? Или нет? О, привет, пацан. Вот тут мужик стоит надо мной. Эй! Я слышу, что ты продаешь антизин. Кто сказал тебе это? Малый птица? Не просто тот же человек, который сказал мне, что ты готовил гарбидж и бутылки в фейк файлах. Что ты варишь какую-то дрянь, посушь ее в левой капсуле. Моя формула в 50 раз лучше, чем та крап, которую бросают в боксы. Не только это держит тебя здоровым, это дает тебе суперсилу, incredible speed и лазерные глаза. Я могу убить тебя с одним взглядом, если хотел. I'm shutting you down, Bento. Глаза. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Yeah, well, Yusuf was right. And you're fucking dead. You got a visitor. Хорош. Они пиздят неплохо, осторожно. Я постараюсь. Тут был бы блок какой-то, я не знаю. Появится в будущем. По яйцам? Уворачиваюсь. Ты чё, сука? Да меня сейчас убьют тут нахуй! Пипец. Тебе не кажется, что эта миссия сложноватая, по-моему? Поднялся? Пошел ты нахрен, козел. Меня поднял. Как? Поднял? Да меня не дают! Я нажимаю кнопку, меня... Все, ты готов, да? Нет. Там время терпеть. Так можно Е нажать просто. Ну, можешь Е нажать. Блин. It's a trap! Я тебе говорю, надо бегать от них. Да понятно, что надо бегать. Это я понял. Это не зомбияне, тебя там, блядь, просто так выебываться не буду. Чё, резнулся? Да резнулся.
Сейчас, подожди. А где я резнулся-то? Ты чё вообще? Ближайшая точка. Да. А чё, оружия нету? А, нет, есть. А, я в безопасной зоне. Погоди минутку. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, ты где? Погнали. Лучше бы ключ, конечно, держал в руках, хотя... Да, что-то они прям мощные, слушай. Но на этой сложности и подавно. Они нас ждут уже там, что ли? Угу. Цык, козлы. Ой! Это кто? Сука, да они сносят вообще по жести просто. Ах ты падаль. Пиздец. Не, мне кажется, там рано, конечно. Не рано. Не рано? Просто нет. Сложно. Да, просто чехлят в анал. Вот так вот. Ты живой? Меня сейчас это... Я не успею до тебя добежать. Я понял. Грусть, печаль, тоска. Коктейль Молотова, выпивка, бечевка. У тебя коктейль Молотова скрафтер? Сейчас попробую. У тебя бечевка вроде была. Да есть, есть. Бечуха. Да. А, ты до сих пор там рубишь? Так, ладно. Да здесь я над тобой. Чертежи. F сразу же нажми. Да, да. Нет, у меня можно сюрикены. А, да, да, можно. 1-1-1-1. Коктейль Молотова. Ну ладно, бывает. Так, его надо переместить еще в этот, да, в инвентарь. Он сам перемещается, там 1, 2, 3, 4. Поджимай, найди этот коктейль Молотова. Ииии, нашел. Ну все, пошли. Так, где там выход? На выход с вещами. Да свали ты, черт! Лысый. На крышу? Да знаю. Не в ту сторону. Хрен с ним. Да вы заеб... Да, это сложность, это, конечно, откромешный. Меня еще угандошит вообще. Он что, не может подниматься по этим? Здорово. Ты что, можешь, блядь, сам в жизни подняться по такому? Конечно, положу. Цепляться за землю там. Ага. Грызть землю, да? Нет, просто цепляться. Че, надо залезть? Ой! Он кидается, козел. Ты где там? Ой.
Ну все, я выбрал коктейль Молотова, можно кидать. А! Я думаю, мы их убьем рано или поздно. О, минус один, походу. Так, я готов. У-ху-ху-ху-ху! Че, нормально, ребят? Все, последний остался, походу. Блять, они за мной тут. Я ему с ноги попытался вломить, но не получилось, ёп. Вот сучар. Ты живой там? Да. Сдохнет вообще как-нибудь. У меня выносливость. Сука, ты. Пинать не нужна выносливость. Что? Пинать не нужна выносливость. Не подходи ко мне! Да. Ну почти добили, я считаю, это прогресс. Fucking. Шмакин, блядь. Значит, я сейчас опять к тебе, короче, это. Там один. Лина, it's Crane. Yes. Ты меня резнешь, можешь? Бля, я пропустил сюжет из-за того, что... Бля, ну что за хуйня? Я ничего не вижу. He'd already slipped out. Now, if he comes back, I'm gonna have a word with him. Not if Bahir gets to him first. Ага, тайник игрока, спасибо. Записку нашел какую-то. Пиписку. Пиписку. Где? Дай. Ты их обшмонал уже всех, что ли? Нет. Че у них есть что путненькое-то? Нету, я так понимаю. А вот мешок. Чего нашел? Аптека. Аптечку, что ли? Не. Круто. А в доме что тут? Нашел какие-то сюрикены. Ну ладно, аптечку еще не было. Где? А их чисто нет. Холодильный код. Вот вижу тут аптечку. Алкоголь. Для успокоения души. Сложно на самой высокой сложности-то ебашиться. Это теперь как безопасная зона, что ли, да? Да. Ну, ладно, выполнили, слава богу. Свяжитесь с ВГМ, все, надо пиздовать, короче. Ну давай. Пердячим паром. Сюрикен! Не, ну нормально помог коктейль Молотов, да. Где? Спасите выжившего, где он? Браво. Он. Спас. Fuck out. Ебать, ты убежал уже. Денег давай мне за это. Ну чё ты стоишь-то, я его спас, нет? Ладно, я понял, их надо убить походу. Piece of shit. А, у меня выносливость. Алкоголь. Бери награду. Отдай награду. Крестоносец какой-то. Так, все, бежим связываться с ВГМ. Рано. Второй квест активируй. Это который? Подсказка. У вас есть улучшение для оружия. Выберите. День матери. Задание. Стрелок еще есть какой-то. Найдите пистолет. А, это мы не сможем выполнить. Так, отслеживать. Все, поехали.
Оружие бы покруче. Со временем? Чего? Со временем? Нет, это понятно. Опять что ли кого-то там? По сраку. Отдай! Я запинал бедного, блин. Идем на День Матери. Shut the fuck up! А нам куда, куда суть? Ты где там? Здесь нет. Ладно. Ой. Здесь тоже что-то есть, судя по всему. Эту точку зачистить надо, чтобы она домом была. Я передумал. Здорово. Давай, 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 залезай, залезай. Они какие-то бешеные. Корми. Мне пиздец, судя по всему. Богите. Нет. Их тут слишком много. Иди в этот дом, где я. Да, ты убежал. Найдите дом Гази, День Матери. Ты хочешь зачистить, что ли? Может, почти зачистили это? Ну, такое себе. Запинываем, что ли, их тогда? Вон они летают хорошо. Походу, все. А нет, один еще живой там. Вот сюда зайдем. А, стой, тут активировать надо. Сейчас. Блин, я тут их по очереди. Все, дом хай... Зарабатывание достижения. Куда он убежал-то? Они боятся тогда. Все, пошли теперь на класс. Тайничок? Может поспать? А, хотя там ночь будет. Плохая... Бэд идея, блядь. А там нет ничего в домах-то? Даже не пролутали. Может там что-то есть. Пойдем пролутали. Сзади я имею в виду. А, ладно, пойдем на квест. В тайнике, а там будет ничего. Пусто. Направо. Там, кстати, ящик был. Ну пойдем, Херс. В этом, в тоннеле в этом ящичек был. Ну давай я тебя под... Вроде как. Есть, да? Нет? Тут комната сбоку. Опа! Опа! Вроде пока никого нет. А тут грибочки есть. Открыл. О, карантинная зона, нахуй. В смысле, чего? Это та же похожая зона, в которой я вот бегал. Я мешок какой-то нашел. А, типа сюда зайти можно, что ли? Вот здесь карантин. Вот тут. Не хочу что-то. Вот еще дверь какая-то, не открывающаяся. Ладно, хер с ним. Ладно, не зря пришли, я там браслет какой-то нашел. 250 злотых. Да, я знаю. Помню. Ребятульки! Пойдем по квесту, короче. К Гази. Гази ждет уже там. Выдохся, выдохся. А, еще одна точка, что ли? Чего ты отменяешь? Не сюда. Да уж, я заметил. Опа, а это что такое здесь? Опа. Опа, деньги.
Ты где, на крыше, что ли? Ёб твою! Лев, помоги, меня сейчас завалит. Съебывай отсюда. Куда ты хочешь отсюда съебаться? На вон туда. Тут тупичье. Нам надо куда-то типа туда. А, вот сюда что ли? А, ну да. Бейте больше всех зомби. Да какой нахуй мы на адовой сложности играем? Какое нам состязание тут? Я пробежал. Автобус. Постой. Автобас. Паркур? Через забор. Ебать! Одно хп. Красавчик. Как так я наебнулся? О, восстанавливается, восстанавливается. Опасно, опасно. Гази! Газя! Я, конечно, знаю, где. Гази, you there? Я уже взломал. Что там взломал, дом? Да. Да, ну, там нету. В высоком доме. Здесь есть лут, как бы. О! Nokia! Мешочек. Connecting people. Что еще есть здесь? Я к тебе уже приконнектился. В смысле, не понял. Тебя лечить можно, и ты меня тоже лечить можешь. Да? Это как? Подойти. На меня. Прошу. Меня смотри, нажми. Подожди, я сейчас потолок. Еще одна дверь. Закрытая, прикинь. Бляха. Открыл. Получен достижение с сезамом. Откройся. Все. Гайзи, что ты тут бережешь, блядь? У меня тут 20 дюймов телек есть. Жестяночек. Это ради этого мы сюда шли, что ли? Я что-то не пойму. Да. Ради какой-то хуеты. Блять, опять я себе нахуй чуть ноги не сломал. Давай тебя полечить. Есть хочешь? Так а как? Ну вот мы. Ну, а? H нажми. Я сам себя полечил. Заебись. Тоже неплохо. Нахер ты? Ща. Гази! Мама ain't happy. Nobody happy. Да опять это, блин, so да, you да, better make mama happy. Гази! Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. My name is Crane. Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and. But can I come in? No, no, it's impossible, impossible. This is my special day with mom. It's Mother's Day and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Motherfucker! Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. And it's all about me. And how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. And if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, 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 wait a minute. That's too much. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Чё, блять? Он чё, ненормальный, что ли? Не хуй поехал. Ну, судя по всему, ему прям вообще хуёло. Блин, как ты сюда залез? Чё, пошли, раздобудьте шоколадные конфеты, достаньте фильм «Чарли» для Гази. А Гази жирно-то не будет, жопе его, блять. Фильм ему достань. Так как всё-таки похилить-то? Я хочу разобраться с тебя. У меня сейчас КП наружу полное.
Когда на меня находишь, должна появиться кнопка. Ну понятно, у меня не было. Ладно, пойдем. Некогда тут еще пупой страдать. У меня уже аптечек-то нет, как бы. Пошли шоколад достанем его маме. Гази любит, Гази знает. Я выдохся. Запинали. Нам куда-то наверх, что ли? Судя по всему, да, на мост. А? Здесь просто, короче. У вас есть низ. Мне, кстати, качнуться надо, или. Понял, в безопасной зоне сейчас станет вообще. Блять, я куда-то. На здесь мост куда? Залез. А? А. Так, да, надо... так надо через мост сразу. Блять, тут высоко. Не спрыгивай. Не спрыгивай. Я бегу вдоль пока что. О! Нахуй. Я нашел, где спрыгнуть можно. Вот сюда. Гази знает, Гази любит. Стой, стой. Ты уже пропустил первый дом. Опа, точняк. Нихуя ты. Где шоколадница-то? Ты тут пинаешься с этим, что ли? Ёпта! Нахуй не взрывай, сейчас прибегут. Меня под эфкой. Они даже не отлетают эти. Ходи, как... заходи в дом. Ходи. Мать твою. Где ты тут? А че ты черт на полку? Чарли, шоколадка. Чарли, во. Gotcha. Где ты его? Вот здесь взял, что ли, где-то, не? Да, вот там было. Так, и шоколадку. Давай отсюда выйдем. Как ты можешь наблюдать? Привет! Сука! Ты живой? Да. Тут этот, блядь. Прокачайся пока. Лёх, ты куда, блядь? Я здесь внутри, блядь, дверь закрой. Качайся. Кидай навык. Чего кидать? Навыки раскидай. Сейчас. Ой, навыки. Чё лучше вообще качать так, тут ранен? Во вкладке сила я бы защиту качал внизу там, под черепом. Ну тут по-любому чип. Сначала первый, вот подкат может. Они не ворвались, нет? Нет, они не ворвались. Так, навыки, погоди, уровень силы. Противостоять... Там есть защита. Ну первое тут это идет. Череп? Оглушение сначала по-любому. Так, это что такое? Оглушающий удар ногой в раз. Там прочь появится. Ну понятно. Так, и одно у меня уровень выживаемости. Это что у меня такой упаковщик? Научись эффективнее использовать процесс. О, вот это мне надо прям вообще. Да. Вот это. Сейчас раскидаю еще чуть-чуть. Так, ловкость. Это что такое? Захват. Скольжение надо по-любому. Это вообще тема. Скольжение, уровень силы. Повышающий удар ногой. Пока так. Все раскидал. Только хп все равно мало. Я уже забыл, как подкатываться-то. Бежишь и ценушь. Да. Чё, погнали дальше? Так, вон туда. Шоколадную ямку. Фига себе, походу срабатывает. Ты где там? Ты козёл!
сюда. Куда? У меня 4 хп просто. 10, ладно. Я тебя потерял. Вот он ты. Вот дверь. Нет, это не она. Не она? Это нас снаружи. Лежать! Здесь. Открывай дверь. Я их подыму. Тут, блядь, трупы лезут. Открывай дверь. Да открываю я. Открыл. Ходи. Там дверь в комнату должна быть. Да запинай ты его нахрен, вот эта козла. Вот она. Ищи шоколадку. Она в холодильнике где-то должна быть. А, это выход вообще. И на полке. А вон на полке она лежит. Я нашел еще одну. А, нет, это не шоколад. Где, где, где? Дай возьму. Тоже. Взял, что ли? Кофе. Да, кофе возьми. Да набираю вообще по полной. Оно дорогое, кстати, кофе. Так я знаю. Его продавать ведь все на продажу это идет. Да. Стой, стой, стой. Вылечивает вас. У тебя аптечка есть, что ли? У меня нет аптечек. Блять. Мне ачивку дали, птицы высокого полета. Чё, птицы высокого полета? Угу. Из-за ноги, что ли? О, я их угандошил одним пинком. Принесите Газе видеокассету и особый шоколадный конфет. Особый. Для интимной обстановки, походу. Ты сейчас увидишь его, мам. Бежим отсюда. Нахрен. К этому Газе, блядь. Газики. Ты хорош там ломиться-то так. О, тут высоко. Пошли до конца. Ёпта! Чуть не упал. Чуть не упал. Ты где? Я? С другой стороны, блядь. Ну давай к тебе спуск. Ну я спустился тут нормально. Ладно, не очень. Привет. Не так делал. О. Прям на него. Уху! Где этот газуля-то? За забором вниз. Вау, блядь! Чё у тебя там? Чуть не разъебался. Блядь, я случайно... Газян, блядь. Иди к нему. Где его дверь-то? Вот, вот. Гази! Гази! Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Gazi wins again. Gazi! Hey, for Gazi! У Гази постоянные газы. Кто ему придумал? Right. Еще раз. Hey, then I'll just let myself in through the roof. Он сказал это, как его, типа, давай, блять, да заебало, ты сможешь, блять, не падать нахуй каждые 5 секунд. Ты чё, не можешь зацепиться, что ли, ни за что? Лёнь, ты где? Я? Здесь. Ясно. Руферы, привет! Реально не можешь зацепиться. Как к этому козлу-то попасть? Походу, через ворота, что ли? Ты уже там, нет? Нет. Я не покатил. О! Чего? Я понял откуда. Где, где? Вот с этого дома. Где? С соседнего, что ли? Да. В последний момент прям прыгнул. Сейчас, подожди.
Отлично работает. Прям в последний момент с шифтом. Так с шифтом и прыгаю. Блять. Да зацепись ты за эту крышабель ебаную. Как тогда прыгнул, бля. Прям в последний момент. Есть. Есть. Ломаешь? Готов использовать. Гази. Опа, опа, опа. Сладости и гадости. Алкоголь. Бери там. Hello, Гази. Что это такое? Mama's watching. Это мама его? Ожидание других игроков. Is mama happy? Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. Well, then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. They're on the table. Yeah, thanks, Gazi. Жёстко. Gazi make everybody happy. Натуре кукуху съехала. Ну как тебе, мама? Чарли, вон его фильм там смотрит уже. Помехи, блядь. Записка такие, какая-то. Картинки такие достиле, блядь. Чего? Картинки такие достиле, особенно кошка, блядь. Нормально. Сзади посмотри, это за место Дон 2. Сзади тебя Лов 2. Магад. Most romantic movie sense. Да. А ты лекарство взял уже? Да, да. Опа, я нашел химикаты. Где? Ну, я уже их взял. А тут можно выйти-то обычным путем, нет? Нет, а вообще что-то шапка. Блядь, бредосян какой-то. Ну чё, рванули? Отнесите лекарство Лене. Побежали? Можно по пути взять. Мы далеко вообще от этого места? Эксклибур. А, мы далеко. Хаюшки, хаюшки, хаюшки. Ребятушки. Побежали. Дадим Лене. В смысле? Ну чё? Мы выполнили такой квест вообще смачный просто, я считаю. Гази. Гази. Гази его лекарство. Девушка! Девушка, как пройти в библиотеку? Ой, бля, смотри, какая лита. Уху! Дин. О, у меня какой-то прорыв в предел. Помогите! Мне страшно. Да хорош ты, подожди, их там разносить-то. Я хочу нормальное оружие. Пошел нахрен. А как получить эту птицу высокого полета? Там вроде хуя их надо. Запинать что ли? Сзади, сзади чокнутая. Там квест какой-то. А? Торговец. Я сейчас сдохну. Да блин, она уже шманалась. Что ты ее, блядь, допинываешь-то? 19 бойчей, между прочим. Ну где, 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 куда? Все правильно бежишь? Сюда. В курсаче. Держи в курсе. Бейте больше всех зуб. Да какой нахрен? Ой. Высоковато, однако. Чё, клянусь-ку? Mm-hmm. Лен, сготовь пока яичницу. А потом за пистолетом сходим.
Так ты же говоришь рано, нам еще до оружия-то тут долго. Ну я знаю, где одна волына с тремя патронами. Блять. Я выдохся. Нормально, с одного удара. Кого там ебашь? Мне просто нравится, пошли. Гази! Газун! Газуны! Газюны? Газюны. Газюлики? На газюликах, да. На газах просто. Так нам все что ли это? Отнести сейчас лекарство и все будет чин-чинарем. Сейф, пацаны. Где Ленусь-то? На лифте. Она на втором, по-моему, да? Да, это было прикольно. Мне понравился этот квест. Вот квесты здесь прямо сделаны это, знаешь, это так, юморно. Не все, конечно, но много. Это прикольно. А Ленусь-то где? Я забыл. А. На этом тоже. На этом ведь, да? Да, я с ней попыжу. А, нет, стой, пижу, ниже. Ниже? Да, вот. Она... Сигбэй. Ленусь! I've got your anti-seizure medicine. Thanks. Здоровоньки. How things go with Gazi? He may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah. Видел его маму. She seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Брекен asked me to pass this on to you, with his thanks. Давай, 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 конечно. 500 бачей дали. 500, да ладно, а мне что дали, что я не видел. Отлично разобрался с той лабораторией, это спасло много жизней, много. Пустые капсулы из-под антизина. We've collected all the bottles in the tower. Plus, Брекен is offering a $10 bounty for every bottle you always find out there. Ни хрена себе. Это за каждую левую капсулу, что ли? Я поеду. Ты где вообще есть-то? Я тут стою. Это как его? Пойдем, где торгаш? Проводи. Что-нибудь сейчас закупим. Че вообще по бабкам-то? Ну нормально, два... Не дашь, вы. Косырюги. Играю, конечно. Люблю ДБДшечку. ДБД это тема. Так. Чертеж. Слушай, тут у нее чертеж, короче, за 800 баксов супер. Супер кровопускатель. Взять? Нет? Ограничение. Ограниченное по времени предложение. Че, брать? Там думаю, а че только. Тут же еще один был продавец-то какой-то, нет? Ну, на первом этаже. Да нет, еще какому-то тут мужику подходил, не только или к этому. К этому, да. Давай я продам все. Че, продавать эти-то все? Кофе там, да? Ну, войди во вкладку. Да продать, я знаю, и снизу знаю. Будет кнопка сразу же продать все. Короче. Да. Да, давай так быстрее будет. Продать все ценность. О, слушай-ка. Нормально заработал. Нормально. Вообще. Не. Я Джонни. Джонни. Стрелок выставить просто. Чего? Стрелок? Почему стрелок? Ну, сейчас. Куда ты, блин, ТПХ? Блин, я не успел даже, ладно. За волыну сходим. My name's is Johnny. Вано. За волыной? Ты хочешь этот квест, что ли, сейчас взять? Ты серьезно? Да. Я знаешь, что хотел у тебя спросить еще? Погоди-ка, пока мы никуда не ушли. Так, крафт мне, да, нужен. Чертежи, F-чка. Так, стрелы рейнджера, ночной клуб, поцелуй. Ага, защитник. Дай-ка я себе аптечек накрафчу, чтоб тебя хотя бы, опять же, блядь. А тут нельзя как-то сразу все создавать? Там дальше рецепт изучишь, создание 10 аптечек. My name is Иван. Чего научишься потом? Не понял. 10 аптечек сразу. Это как его? У меня, кстати, это...
Взрыв пакет, если что, есть. Не знаю, нужен, не нужен. Так, слушай-ка. Навыки, навыки. Надо раскидать навыки. Чего? На первом этаже еще один торговец. Так, смотри, что лучше, бартер? А хотя вот это, кстати, хорошо. Цен на 10% ниже. Сюрикены. Усилители. Вы научитесь готовить усилители из растений. Вот ты что, эти растения-то собирал. Эксогенесис. Мой никнейм. Усилители стоит изучить? Чего? Да, стоит. Ты уже изучил? Вот я тоже так думаю. Так, почему-то это сейчас лучше, чем бартер. Во вкладке сила защиты, я так понимаю. Прочность, там чит такой. Да, да, да. Это тема. Ну слушай-ка, уже такие прям чувствуются качёные. Я понял, кто ты, да? К торговцу? К которому? Вот тут есть торговец. Давай. Вот, я про этого и говорил. Надо этаж запомнить просто. Нож, крюк. Молоток гвоздодер сейчас продается за 1400, короче, фиолетовый. Но опять же, если он сломается, это все с концами, да? Да. Бля. Тогда какой прикол. Супер кровопускатель. Добавляет эффект кровотечения к холодному оружию. 800 бачей. Ты что-нибудь покупал вообще, нет? Да. Чё купил? Биту легендарную. Легендарную? А почему у меня нет легендарных бит? Ну, в смысле, фиолетовую, что ли? Оранжевую. Оранжевую? Да. Как у тебя хватает на неё? Ну, её же ты вроде не можешь таскать, или можешь? Можешь. Пипец, мне даже не предлагают. Тебе вон биты предлагают легендарные. А ты у кого купил? У него. Не, он мне ничего не предлагает. У него был молоток, бита, молоток за эти. Чего? У него молоток и бита у меня. У тебя какие предложения у меня? Изящный короткий нож, молоток гвоздодер, французский ключ, простой молоток, оранжевый нож, крюк. Ну, нож, крюк и все. У меня первое это молоток гвоздодер. Потом классическая бита, потом изящный короткий нож, французский ключ, простой молот, нож, крюк. Значит, разные этот инвентарь. Какого члена-то? Пойдем. Так у меня оружие, давай хоть молоток себе тогда возьму. Ты за сколько взял? Дорого стоит легендарка-то вообще? 5600. Ебать. Я взял, короче. Она не особо прочная, кстати. Ну слушай, у меня хотя бы будет молоток гвоздодер, а то я хожу тут с этой порошнёй, бля. Ну да, да, да. Так. Я что-то создать хотел еще чертежи. Вот электротруба. А, это именно труба. Светомузыка. Лом, труба, опять же. Ага, аэрозоля не хватает, а здесь бечевки и пластика. Ясно. Ты где там? Где ты? Курильщик. Ну давай, чё, пойдем на пистолеты? Да. На пистики, хуистики. Так, как там, отслеживать? Давай еще это задание сделаем. Где ты? Все. Чё, все, погнали? Где? Да давай, прыгай ты, ёпт. Так, не сюда. А здесь что-то есть вообще? Или это чисто так, по приколу? А, тут фиолетовая лампа. Типа. О, молотуля! Хорошо. Блять, я слишком высоко. Ты там по фонарям, что ли? Скачешь. Па! Зачем я это сделал вообще? Ай, бля. Ладно. Да, Дима. Где ты? Чего? Нет, я тебя теперь могу лечить. У меня есть аптечки. Но у тебя пока вроде с хп-то все нормально.
Ну и ты у нас полетел, блядь. Так, блин, как ты на фонарь-то забрался? Он запрыгнул его. У меня что-то, ну, я держал кнопку, это как его. Короче, кнопку. Молоток! Давай помчали, чё. Найдите пистолет для Давуда. Может, Давида, а не Давуда. Ладно. 0 из 1 пистолет. Так там даже точка показана, где взять его. Чё тут сложного-то? Ты взял уже? Вон он на полу. Дай-ка я возьму. О! Отлично. Немецкий пистолет. Можешь даже пострелять, наверное. Посмотри, возле свечки опять. Чего? Возле свечки. А, завещание, что ли? Котик и завещание. Котик и завещание, нормально. Слушай, сделай скриншот, скинь в этот, как его. Скинь к нам в группу, короче. Это великолепно вообще. Ладно, принт-скрин я тоже сделаю. Он что, сам себя, что ли, тут за это? У него есть еще что-нибудь? Опа, опа. А это выход. А? Какая-то. Ну ты уже что-то взял там, я так понимаю. Че, пойдем? Обратно, я так понимаю. Да. Слушай, изи-квест вообще, изи-квест, я считаю. Халявные деньги такая. Полетели! Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Музыки не хватает из этого какого. Из... не из Ямакаси, а из 13-го района. Ой! Спасите выжившего. Где? Бегу! Выживший! А... где он? Вот он, там. Надо их убить, козлов. Да. На крыше, что ли? Да не, вот здесь. Я его что-то не... Эй, Люк, помоги мне тут с ними расправиться. Иди, поглядит, ему в окне стоит. О, слушай-ка, прикинь, мешок с трупа выпал. Нормально вообще. Да пошел ты! Тут эти пришли, чокнутые. Да пинком ее. В окне по пизде садится. Да вижу, вижу ее. Давай деньги-то. И чё, 70 бачей? Ага. Ладно, я сам себя полечу сейчас. Всё, пошли. Пошли, пошли. Тебя полечить? Труп. Санта де Лючия. Давай к нашему этому защищенному месту. Квесты поперли просто. Он так быстро выдыхается, это вообще жесть какая-то просто. Да пошел ты! Задолбал, там стоят, ходят, а из-за них нельзя пройти дальше. Выживший, Хьюстон, как слышно? Все в порядке, все хорошо. Так, ну чего? Разговариваем с этой, что ли? Так нам надо к этому же, который там в окне, где... А, он на втором, на следующем этаже. Где-то здесь, да, по-моему? Вот он. Рамиль! И чего, ожидания других игроков? Great. Here's the key I promised you. Супер, вот обещанный ключ. It's the pawn shop, you know? Used to be the best in town. Когда-то был лучший в городе. Speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? It's a... Don't laugh, okay? Рэй Маккола. Экшн-фигурку. Нормально. Зачистим ломбард?
Да? Давай зачистим и... Главное, что тот пидорас. И хорош пока. Чего? Он еще тот пидорас. Да? То есть он нам еще подосрет здесь? Ты мне спойлеришь уже. Просто он пидорас. Короче, козел. Он сына спасти хочет, ты че? Сынулю. Сынку! Сынку! Далеко ломбард-то вообще находится? Не. Ну пойдем тогда, че? Где ты там? Я уже вышел. А я тут хотел подойти, ладно, насрать. Понеслась? Молоток мне дайте мой. Опа! Девушка, я тебя спасу. Пум! О, о, о! Открыто. А что у нас здесь? Я даже не буду брать трубу, я чисто сигарету возьму. Бля, я тоже хотел ее впороть. This is Sparta. Спарта! Давай, к ломбарду. Ты вниз куда-то, что ли, полетел? А, у меня задание-то не отслеживается, пардон. А, его и не надо. Все, я понял. Там это как... Красный дом, короче, да? Нет? Нет. А чё? Чего? Вот он. Вот он. Почему оно мне не отслеживается? Молотка вас всех приштопать надо, блядь. Козлы. Вонючие. Смотри, как убил. Полетел, полетел, полетел. Ох, тут обыскивать-то. Ой. Ой. Ну обыщи, я F же нажимаю, ну что? Кофе, кофе, кофе. Кофе, 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 хуёфе. Металлические какие-то приблуденьки. Металлические детали. Не добил. Сдох. Да ты чё, мразь? Поехали. Идёшь? Сейчас оружие починю. Где ты там? Есть. Чокнутая какая-то. Дай что-нибудь тут зашмонаю-то. Записка какая-то. О, касса. 111. Чего там ему прихватить надо? На складе? То есть вот здесь. Опа. Патроны. Опа. Ржавая труба. Пистолетные о, патроны. Чего? Там снизу дохуя всего. Я уже фигурку нашел коллекционную. Фигура снизу дохуя всего. А, тут еще отмычек целый вагон. Пипец. Отмычка, отмычка, отмычка. Хрена мы тут задание выполнили. Неплохо. Все? Вот еще отмычек. А, бичок. Вот бичевка мне нужна для создания. Ну ладно. Суть ладно. Вот смотри. Тоже можно. Бичевка, бичевка, бичевка. Вы можете создать новый предмет. Аптечка, химикаты. Где еще есть аптечка? О, нашел. Опа. Так, все у нас тут. Все, шмананули. Во! Че, к нему опять? Да. Погнали. Так я не понял, надо было выбрать задание, да? Я что-то не выбрал его. Да не, не.
Как нет? У меня вообще ничего не подсвечивает. У меня просто особое сообщество сейчас. Больше не висит ничего. Погнали. Где у тебя пистолет? Понял. Чего? Кто? Сейчас только что говорили. Ну этот, короче, свалил, чувачок. А во время побега он стрелял в охранника. Козёл, блядь. А нахер мы тогда ему фигурку-то добывали? Ну, типа, чтобы мы съебались, а он съебался. Ну так и чё в итоге-то? Мы ему его её отдадим или нет? Он съебался. Не просто же так мы её брали. Но это не просто так предмет. Ну, типа, коллекционный считается. Да. И на том спасибо. Мусор? Замечательно. Что это? Куча дерьма? Все, ладно. Неплохо сыграли. Блять, вечно забываю фонарь включать. Где этот козел? Неплохо, неплохо, интересненько. Стоит того, чтобы купить. What the hell happened? I heard the shots. I knew he was going to snap. How did he get the gun? Just glad he didn't kill anyone. Да ёпта, мы накосячили, короче. Косяки, ой, косяки. Подойти-то кому-нибудь надо, нет? Не надо. О, его квартирка. What happened? Where's the wood? He has gone. And he has taken my boy. Вот козёл, бля. Говоришь ты? Говорю. Okay, can you tell me what happened? Что случилось? He has wanted to leave for weeks, but I thought it was too dangerous. We have been fighting about it. Then he took a gun and took all of our money. And kidnapped Sammy. He took my son. Do you know where he's going? He said he found the way out, but I don't know what it means. He would not tell me. Ya Allah. Oh. How could he do this? How did he get a gun? I'm sorry, Selma. I got it for him. He said he would use it to get both of you out. La la la. La la la, Dawood does not want me. He has not wanted me for a long time. Now he has what he wants. I'll get your son back, Sora. I don't know how, but I will. Вот урод. Все, вернуть сына, короче, понятно. Нет. Надо бы, чего нет. Он сказал, я верну твоего сына. Чего? Сейчас из комнаты выйдешь. Ай, будет что-то такое, да? Dawood! Answer me, you son of a bitch! Answer me! No need to shout, Crane. No need to follow me either. It's pointless. Он ему звонит, что ли? Please, tell Selma I'm sorry. I had no choice. Sammy's gonna be safe, I swear. Wait, don't... Dawood! Dawood! Где ты? Where are you? Shit. 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 Короче, типа, всё съебался. Ну, понятно. С ней уже больше не поговоришь. Ну а все, вроде все дополнительные квесты пока выполнены. Неплохо, неплохо, слушай-ка. Так, что я хотел? Давай. А сохраняется автоматом, да? Если я не ошибаюсь. Да. Идя. Можно переодеться будет. Ладно, закончу тут комнатки. Так, что я хотел-то еще сделать-то? Ай, момент. Кстати, надо напродавать еще будет. Наверное, неплохо так. Сигареты, хотя... Мало на самом деле. Сколько у меня? А, всего одно. Мешочек, 250 бачей. Крестоносец, чемпион. За тебя кто-то стоит, Илюх. Пристраивается к тебе сзади что-то, а? Какое? Шалун. Как, кстати, включить этот-то?
ультрафиолет. Выбери его сначала. А его еще и выбирать надо. Там единица, ой, или какая, тройка вроде. Один зажми, у тебя появится. Да, 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 вот он, мой фонарь. И то есть так же на... Нет, не на Т. Центральный. Прикольно, все, разобрался. О чем я тут еще-то? Взрыв пакета есть и две великолепных. Ладно, будет стоять фонарь, потому что фонарь. Кто-то здесь хавка изотарился, суки. Кто-то да. Ты прикинь, ты посмотри. Тут, блядь, можно жить, ебать. Нихера себе. А у продавца ничего нового не появилось, кстати? Пойдем, сходим, он, вроде, да, он на этом этаже. А, не, на этаж ниже. Нет, тут еще один продавец есть. А, нет, да, мы же поднялись. Квест завершить этого. Козла, блядь. У меня вообще не меняется одно и то же. Армейская лопатка есть, и я не могу ее купить. Типа это какое, легендарное. Французский ключ фиолетовый есть? Нет, нету. У нас разные, короче, с тобой эти. Судя по всему. Давай к этому еще зайдем. Где он там? На первом, который? Да, да, да. Он на первом, да? Да. Ну, на лифт, в смысле, надо, я что-то... Да, да. Да, точнее. Точнее, челло. Надо забрать еще свои припасы. Нет, тут еще был мужик-то продает. Нет, здесь два. Сейчас, короче, погоди. Девятиэтажки, всего два. Ну, оружие, я имею в виду, которое продает. Вот он, да. Нож, нет, все то же самое. Нож крюк еще фиолетовый у него есть. Тоже тут какие-то не хватает, типа это шестой уровень нужен, чтобы его вообще купить. А где этот, который припасы-то выдает? Рахиль какой там, мудозвон. Вот он. Да, но да, да. Но денег. Молоток возда... ну ладно, хотя бы молоток воздадер, ладно, все. Мононян, угонень. Угонень, мона. Неплохо поиграли, да. Че, выходи? Сейчас. One moment. Так. А выхожу. Не, неплохо сыграли. Так. Сейчас момент. Ребятушки, спасибо, кто смотрел стрим. Подписывайтесь на мой канал. Палец вверх. Ставьте палец вверх. В общем, что, до встречи. До следующего стрима. Всем пока-пока.